хочется вот однозначно так начать, да? Я же говорю, мне без разницы. А может быть, в принципе, так и оставить, как сейчас вот Александр Валерьевич сыграл, и ты начнешь, петь, понимаешь, как раз все ждут вокализа, а ты не даже здесь, а ты по-другому все. Стойку удобно тебе петь? Удобно, хорошо. Ну, давайте еще дочка. Тебе, бегом, не моего сюда.
Маша, какая же ты все-таки умочка. Ой. Маша, у тебя нет такого, чтобы ты на уроке не отдала себя целиком. По-другому никак. И это правильно, Маша. Это правильно. Значит, что тебе могу сказать? Поползли чуть-чуть в двух местах хвосты. Угу. Чуть-чуть в первой части, где идет пиано, разошлась там в темпе, помните, да, Александр Ильич, в одном месте? Разошлась, понимаешь? Теперь. Я тебя понимаю, да, чувства. Я тебя понимаю! Но ты вот здесь, если вот ты вот здесь вот зависла, дальше беги. Дальше беги. Это подкупает. Ты уже понимаешь, вот когда-то, что ты можешь. Вот это все. Потом, вот только вот это вот все. И вот на этом месте, хай, да, когда у тебя идет кульминация, у тебя такая длинная фраза, ты же ведь воздух, это почти все ведь отдаешь на первой ноте. Ну как ты много отдаешь на первой ноте? Цепляй его сразу. Ты так много его даешь на первой ноте, прямо сейчас, прямо так вот, прямо сильно было заметно, как ты его, и там поэтому все, вот, отдала и сразу забираю его, сразу на опору. Что касается начала и коды, давайте мы сейчас, вступление длинное, Александрович красиво все это играет, все. Ну а почему не сделать вокалист, чтобы тебе как бы ты вот стоишь, вот он начинает играть, и ты можешь же свой дать перед началом кусочек. Саныч, играйте прям начало. Сейчас коду проработаем сейчас. Сейчас и коду. Как мы будем? Мы уже начинаем играть. Вокализа тебе начать петь. Тебе не хочется так? Ты не чувствуешь так? Ну, я пока не понимаю. Пока не понимаешь? Саша, вторая часть вашего выступления. Спокойно как-то начать. Поищи, у тебя прекрасный слух. Вот поищи сейчас такие отправные точки, но тоже с воздухом, но в средней тесситуре. Александр, еще разочек, с самого начала. Вторая часть вашего выступления.
голове, туда и уходи. Угу. Еще точка. Живым исполнителем
исполнении, Александр Ильич, прям чудо. Но мне знаешь, чего не хватило? Мне не хватило, ты ускорилась перед этим. Мне не хватило, наоборот, ретянуто перед Александром Валерьевичем, перед проигрышем, перед этим. Mm-hmm. Вот мне там ретянуто не хватило. Как бы ты там ускорилась перед этим, а потом надо было вернуться, потому что вот это все в кульминации, вот, ну, как бы, вот, чуточку не хватило. Сбой вот это вот место прямо перед. А мы же сейчас там потом сохранится эта запись. Да, да. Все, вы потом уйдете, мы потом запишемся. Mm-hmm. Спойте вот это место. Надо было вот это, вот тут. Mm-hmm. В остальном во всем хорошо. Все, вы сейчас вспомнили, вы уверены? Да, да. На концерт не потянется. Да, да, давайте начало еще раз сыграем. Давайте. Чтобы было понятно. Раз, два, три.